Куда бы вы ни шли, переход укажет вам безопасный путь. Водитель, пропусти пешехода. Распознать мошенничество и не дать преступникам шанса куда проще, чем добиться от них компенсации ущерба. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Последние спортивные события «Кунгура» в рубрике «На старт» каждый вторник в программе «Город новостей». Телерадиокомпания «Кунгур» и компания «Стройпанелькомплект» представляют информационную программу «Город новостей». Здравствуйте! В эфире «Город новостей» в студии Валерия Алферова. События из жизни города в материалах наших корреспондентов. И сегодня в выпуске. Такая сладкая отрава. Дано предписание о изъятии всей продукции, которая произведена в кондитерской Софи, из всех сетей розничной торговли на территории Пермского края. Список пострадавших от кондитерских изделий пополнился жителями Кунгура. На пенсию в новой должности. Знаете, очень красивое название «директор». А на самом деле вот даже сложно характеризовать, что, кто я на самом деле была. Сегодня экс-директор клуба «Нагорного» Валентина Михайлова снова приступила к работе. Жизненный марафон Владимира Малых. Учащиеся лицея побывали в семейном музее ветеранов спорта. Далее обо всем с подробностями. Вкусно не всегда безопасно. В Прикамье зафиксирована крупнейшая за последние 3 года вспышка сальмонеллеза. Причина тому – некачественные кондитерские изделия пермской фирмы «Софи». О первых случаях отравления жителей Пермского края стало известно в минувшее воскресенье. Позже в списке потерпевших появились и кунгурики. Горькие следы сладкой отравы искала Татьяна Андреева. За последние дни в больнице Пермского края обратилось 55 человек, из них 23 ребенка. В настоящее время у нас в инфекционном отделении находится 4 человека с симптомами пищевого отравления. Все 4 указывают на то, что употребляли в пищу торт «Старая Прага», купленный в магазине сети «Магнит». Основным источником заражения, утверждают эпидемиологи, стала продукция птицеводства – сырое яйцо и меланж, которые используются в производстве кондитерских изделий. Причиной массового отравления людей стал сальмонеллез. У 2 кунгуряков этот диагноз подтвердился. На сегодняшний день деятельность кондитерской «Софья» приостановлена. Дано предписание о изъятии всей продукции, которая произведена в кондитерской «Софья», из всех сетей розничной торговли на территории Пермского края. Уже вчера из магазинов начали изымать кондитерскую продукцию фирмы «Софья». Среди них торты «Старая Прага», «Вишня в коньяке», «Трухлявый пень». Однако врачи не уверены, что новых обращений по факту отравления кондитерскими изделиями не будет. Все употребляли в семьях эти торты, и члены семьи тоже их употребляли. И у них более легкая клиника, и они за медицинской помощью не обращались. Вот, поэтому такая не исключена возможность, что они находятся на дому с этими же симптомами. И лечение им не проводится. Поэтому, если кто-то из кунгуряков подозревает, что торты от Софьи нанесли вред здоровью, им следует незамедлительно обратиться в больницу. Что же касается фирмы-производителя, за массовое отравление людей руководству придется ответить по закону. Татьяна Андреева, Алексей Долгоруков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур». Детей много, садиков мало. Прокурорская проверка исполнения законодательства о доступности дошкольного образования выявила недостаток мест в детских садах Кунгура. Проверка показала, что на территории города работают 23 детских сада и 3 начальных школы сада. Нормативы наполняемости превышены в 10 детских садах. В целом дефицит мест составляет более 150%. Администрация города планирует строительство 2 детских садов на 275 мест и открытие дополнительных дошкольных групп еще на 85 мест. Мало, посчитала прокуратура.
С учетом рождаемости детей на территории города Кунгура, это не решит проблему с нехваткой мест в детские сады. В связи с чем кунгурским городским прокурором суд направлен на исковое заявление с требованием обязать администрацию города Кунгура в срок до 1 сентября 2014 года расширить сеть детских садов на территории города Кунгура, чтобы данный вид детского образования был доступен всем желающим. Решением Кунгурского городского суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На новом месте. После 20 лет успешной работы в досуговом центре Нагорный ушла на пенсию Валентина Михайлова. Правда, заслуженный отдых оказался весьма условным. Уже сегодня она начала работать в музее купечества. Мы поинтересовались, как чувствует себя бывший директор на новом поприще. Сегодня у Валентины Геннадьевны первый рабочий день в новом качестве. Теперь она младший научный сотрудник музея купечества. В ее обязанности входит проведение экскурсий, организация музейных мероприятий. В первый день много забот. Нужно изучить экспозицию и экспонаты, которых в музее немало. Радует, что новое рабочее место, как и старое, предполагает общение с людьми. А решение покинуть пост директора клуба «Нефтяник» Валентина Геннадьевна приняла еще год назад. Знаете, очень красивое название «директор». А на самом деле вот даже сложно охарактеризовать, что, кто я на самом деле была. И завхоз, и мама, и нянька, и вышибала, так грубо сказать, и доставала. В общем, работа очень тяжелая, очень сложная. На руководящем посту в досуговом центре Нагорный Валентину Михайлову заменила Юлия Терехина, в недавнем прошлом работник здравоохранения. Честно говоря, не ожидала такого резонанса. Судить ведь трудно о человеке. На внешность мы все разные. Так я не соприкасалась, я не знаю. Юлию Николаевну вообще не знаю, не видела раньше никогда. И что на человек, тоже не могу сказать. Ну, конечно, наверное, всем бы хотелось, чтобы человек из культуры был, который больше понимает все это. Но я думаю, что время покажет. На должность нового директора рассматривали много разных кандидатур, в том числе и из коллектива учреждения. На сегодняшний день директор учреждения – это не только специалист в каком-либо жанре культурно-досуговой деятельности, а в первую очередь это управленец. Мы считаем, что это тот человек, который сможет, сохраняя все те традиции, которые есть у Центра досуга Нагорный, принести что-то новое. Новый директор приступил к своим обязанностям 14 февраля. Неожиданностей не было. В первую очередь я считаю потому, что я человек с активной жизненной позицией. Это в первую очередь. Во-вторых, во весь период работы в здравоохранении я активно участвовала во всех культурно-массовых мероприятиях, как в здравоохранении, так и города Кунгура. Первым распоряжением Юлии Терехиной стало сокращение количества мероприятий из-за эпидемии гриппа. Для вчерашнего медика здоровье прежде всего. Юлия Николаевна поделилась с нами своими планами о развитии клуба «Нефтяник». В планах это в первую очередь два направления. Первое направление – это, конечно, сохранение всех достижений, всего коллектива Центра досуга в Нагорной, всех творческих накоплений, всего потенциала. И, естественно, во-вторых, это расширение всех творческих возможностей этого досугового центра. Судя по всему, в Нагорном будут перемены. Валентина Геннадьевна надеется, что новый директор поладит с коллективом и, главное, сохранит то, что уже наработано. Валерия Алферова, Вячеслав Алексеев, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур». Бесплатную приватизацию жилья вновь продлили. Госдума сразу в трех чтениях приняла закон о продлении бесплатной приватизации до 1 марта 2015 года. Как к этому отнеслись кунгурики в рубрике «Глаз народа»? Как молодцы, правильно сделали. Думаю, что много еще квартир не приватизировали, так что молодцы. Ну, мы давно приватизировали свою квартиру, и поэтому считаем, что это нормально. Дали возможность еще людям приватизировать. Я считаю так, что все барахло толкать людям, чтобы государство не отвечало, а потом за счет людей все это ремонтировало. Вот и все, я так считаю. Наша дума ничего хорошего придумать не может. Хорошо, вы будете чертить. Как вам приватизировано уже? Давно. Многие же не успевают просто. Нормально, пусть продлят. Далее блок рекламы, а после вы увидите. Рядом с нами поселился электрический сосед. Приятно ли жить по соседству с открытой трансформаторной будкой? Рубрика «Мелочи жизни». Скайп приемом по проблемам. Все объяснили и все рассказали очень хорошо. Я очень довольна. Сегодня в Кунгуре впервые проблемы горожан решались с помощью информационных технологий.
Жизненный марафон Владимира Малых. Учащиеся лицея побывали в семейном музее ветеранов спорта. Я вам такое покажу, я все могу. Ведь я царь телевизоров. Сенсация! В корпорации «Центр» рассрочка до 2016 года. На всю бытовую электронику. До 24 февраля. Это нереально круто. А главное, рассрочка супердоступная. Компания «Уралстройсервис» – первый производитель металлопластиковых окон в Кунгуре. Компания «Уралстройсервис» – это 11 лет на рынке. Компания «Уралстройсервис» – это высококлассные специалисты. Наши окна и двери – это комфорт и тишина в вашем доме. Компания «Уралстройсервис» – только экологически чистые и качественные материалы. Компания «Уралстройсервис» – окна от производителя. Я без сомнения снова приму решение очень простое. Супер подарок вручу моему мужчине-супергерою. В магазинах «Оптима» только до 24 февраля. Туалетная вода «Адидас» 100 мл, всего 299 рублей. Подари ему больше, чем собиралась. Красота и забота. На жизнь ничего не осталось. Хочешь увеличить золотую добавку к пенсии? Ага, а как? Сделай взнос в золотую десятку до конца марта. Хорошо, что успела. Время уходит. Нам приятно дарить радость от покупок. В сети магазинов «Семья» соки «Я» всего за 49,90. Приятно купить с выгодой. Волнуешься за сбережения? Приходи в «Металлинвестбанк». Открывай вклад и не беспокойся о будущем. Вклады в Металлинвестбанке. Проще не придумаешь. Нужны деньги? Не дают кредит в банке? Выход есть. Ломбард «Центральный». Низкий процент. Покупаем и принимаем под залог изделия из золота и бытовую технику. Покупаем антиквариат, старинные монеты, иконы, лом золота. Принимаем на комиссионную продажу и продаем...